26 февраля во дворце спорта «Олимп» состоялись соревнования по плаванию, пятый этап ежегодного кубка города Обнинска. В состязаниях приняли участие не только местные спортсмены, но и пловцы Калужской области, Москвы и Подмосковья. Соревнования проводятся 8 этапов согласно календарю с сентября 2021 года по май 2022. Организаторами состязаний являются Комитет по физической культуре и спорту администрации города Обнинска, Федерация плавания Калужской области и спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп». В этот раз на пятом этапе спортсмены плывут на спине определенной дистанции от 50 до 200 метров в зависимости от возраста и уровня подготовки. Статус мероприятия – это городские соревнования, открытые, в них принимают участие спортсмены из Калужской области, с Людиново, Сухинич, из Калуги, естественно, спортсмены Обнинска. И плюс к нам уже по доброй традиции приезжают спортсмены с Москвы, с Московской области. Это одни из первых соревнований для ребят младшего возраста 2013 года рождения. Мальчики и девочки преодолевали дистанции в 50 метров. Андрей Драгунов и Сабрина Корвецкая стали победителями среди самой юной возрастной группы. Для спортсменов более старшего возраста соревнования также являются официальными для того, чтобы зарабатывать свой рейтинг и отбираться на чемпионаты области. В этот день среди участников были не только дебютанты и юниоры, но и именитые спортсмены. Например, Дмитрий Савенко, мастер спорта международного класса, чемпион России по плаванию в дистанции 200 метров на спине, а также большое количество мастеров спорта. Всего в календаре открытого кубка по плаванию 8 этапов первенства, каждый из которых спортсмены плывут свою дистанцию разным стилем. 26 марта заявлено испытание 50 метров вольный стиль и 50 метров брасом. Победители и призеры в личном зачете на каждом этапе определяются по наилучшему результату в каждой спортивной дисциплине. Спортсмены, занявшие призовые места в каждой возрастной группе по сумме 5 лучших дистанций, награждаются медалями и грамотами. Елена Филина, Евгений Соколов, Обнинск ТВ.